Добрый день, меня зовут Яна, я представляю компанию U-Gears. Сегодня мы соберем одну из наших новых моделей, это спорткар U9 Grand Prix. Я покажу все важные моменты, которые пригодятся вам при сборке, а также постараюсь развеять мнение о том, что конструкторы U-Gears могут собирать не только мужчины, но и девушки. Итак, приступим. Для сборки нам понадобятся инструменты, это нож, возможно, плоскогубцы, воск и наждачная бумага. Кому удобно или, может быть, нет такого ножа, можно использовать обычный канцелярский ножик. Моделька состоит из 348 деталей, выглядит так, запакована в пленочку. Пленочку открываем и достаем доски. Доски тоже упакованы в пленку. На обороте видим инструкцию. И также в комплект у нас входят зубочистки и комплект резиночек. Коробочку советую не убирать, она нам пригодится для складывания более мелких деталей. И открываем наш комплект досточек. Инструкция входит в комплект, очень подробная. Советую начать с изучения с первой странички. Тут очень важная информация есть. И далее все, каждый этап подробно будет расписан. Что у нас на первой страничке? В комплект к конструктору клей не входит. Все детальки соединяются между собой без клея. Добываются из досточек путем выдавливания. Каждая деталька вырезана. Для сборки вам понадобится воск. Детальки для лучшего трения и вращения между собой нужно будет смазать воском. Теперь разберем значки, которые используются в инструкции для сборки. Первый значок – смазать деталь воском. Второй значок – обрезать зубочистку. Следующий значок – обратите внимание, знак. Четвертый значок – нужно будет детальку немножечко затереть или удалить заусенцы на краях деталей. Пятый значок это означает, что эта деталька запасная или блок запасных деталей. Шестой значок означает, что соединение или деталь должны свободно вращаться. И последний значок что означает то, что нужно провести сборку в зеркальном отражении. В комплект входит два помощника, как мы их называем, хелпера. Первый помогает выломать детали из доски и установить резинки. И второй – это измеритель длины зубочисток, которые нужны будут при сборке.